Добрый день! Сегодня приготовлю суши-торт. Для его приготовления мне понадобится рис круглый, лосось, водоросли нори, огурец, сыр сливочный, сахар, соль, уксус рисовый. Сначала займемся рисовой крупой. Промываем ее несколько раз. Потом заливаем чистой водой на сантиметр выше крупы. Ставим варить. Как только вода закипит, делаем тихий огонь. Плотно закрываем крышкой. Варим 15 минут. В это время смешиваем рисовый уксус, сахар и неполную ложку соли. Подогреваем смесь, чтобы она хорошо нагрелась, но не закипела. Растворяем в теплой воде всю соль и сахар. Отделяем несколько длинных полосок от филе лосося для украшения. Остальной кусок рыбы режем мелкими кубиками. Когда рис сварился, снимаем его с плиты. Вливаем в рис приготовленную уксусную заправку. Хорошо перемешиваем. Из листа нори вырезаем два одинаковых круга размером сервировочное кольцо, которым будем формировать торт. Ставим кольцо на блюдо, на котором будем подавать торт. Вылаживаем на дно первый круг из водорослей нори, далее слой риса. Рис щедро смазываем слоем вкусного сливочного сыра. Сверху кладем нарезанного кубиком лосось. Накрываем рыбу вторым кругом нори. Он не только придаст оригинальный вкус, но и будет хорошо держать конструкцию при снятии кольца. Следующим слоем выкладываем очищенный от кожуры и нарезанный мелкими кубиками огурец. И последним верхним слоем снова идет рис. Сверху красиво вылаживаем тонкие полоски нарезанного лосося. Закусочный суши-торт сразу несем к столу. Подаем его, как и обычные суши, соевым соусом, васаби, имбирем и саке. Приятного аппетита!